Решил исследовать Россию путешественник Алексей Трубицын. Он поставил себе цель объехать как минимум 1000 городов страны. И вот сегодня молодой человек прибыл в Иркутск. Столица Прибайкалья оказалась для уроженца Ставропольского края 263-м населенным пунктом в его списке. Свой вояж по стране Алексей начал в июле 2020-го из Минеральных вод. Сперва молодой человек исследовал Краснодар и близлежащие к нему города, а зимой добрался и до Иркутской области. Передвигается путешественник на чем придется – автостопом, поездом, автобусами. К слову, наш город оказался для Алексея далеко не первым в Прибайкалье. Он уже успел посетить Бодайбо, Усть-Илимск и Ангарск. За это время парень не только исследовал наш регион, но и познакомился с характером сибиряков. Как раз об этом путешественник и рассказал сегодня в эфире радио «Шансон Иркутск». Совсем по-другому как-то ощущается. Свой есть какой-то, как сказать, характер вот этого именно вашей области. Он ощущается, я точно не могу словами описать, но он точно есть. По-другому немного ощущение. И, в принципе, приятное ощущение, да, и люди как бы немножко другие, но не хуже других.